во что в товарищи я хочу включиться, что мне искать в товарищах, то, во что я должен включиться. Только в меру объединения товарищей в его стремлении к цели. Только с этим я желаю взаимовключиться. Иврит и говорящая десятка. Спасибо. Из всех ваших объяснений следует, что взаимовключение — это взаимовключение самое базисное, основное свойство. Да. И без взаимовключения нет ни поручительства, ни объединения, ничего, никакого продвижения. Так какой порядок действий практических подводит нас к взаимовключению? Какой-то определенный порядок. Прежде всего, необходимость расти духовно приводит нас к взаимовключению. Мы не хотим быть во взаимовключении согласно нашему эгоизму, а когда мы понимаем, что мы обязаны включиться в единую систему, и у нас не остается выбора, мы обязаны быть соединены вместе, иначе мы не раскроем себя в духовном, мы не раскроем Творца, мы обязаны быть во взаимном включении друг в друга, друг в друга, друг в друга. И поэтому мы приходим к взаимовключению. Взаимовключение имеется в виду, что мы, что каждый из нас сокращает самого себя и связывается с ближним, и желает принять ближнего как самого себя в этом взаимовключении. Он сам не существует в этом взаимовключении, он хочет принять ближнего в мере этого ближнего, чтобы это дало мне как бы его штамп. Его свойства. Таким образом, я включаюсь во всех товарищей. Таким образом, я затем могу выстроить духовный парцуф из включения в каждого из них.